а я расскажу о втором участнике. Это компания «Фейерверк Мастер» из города Смоленск. Основной вид деятельности компании – организации проведения фейерверков. Генеральный директор Алексей Иванович Столяров. Кстати, название команды, которая сегодня представит свой фейерверк – пиротехническая группа «Дядя Гриша». Это динамично развивающаяся компания, похвастаться большими достижениями она пока не может, но она уже смогла себя зарекомендовать и показать свои работы на фестивале фейерверков «Пиро Рост», город Ростов-на-Дону. Пиротехническая группа «Дядя Гриша» из города Смоленск украшала своими фейерверками и пиротехническими шоу «Дни городов Смоленской области» и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении 4 лет компания является организаторами фестиваля фейерверков «Смоленский звездопад». С большим удовольствием пиротехническая группа «Дядя Гриша» приглашает всех желающих посетить славный город Смоленск и посмотреть на «Смоленский звездопад». И не забывайте, пожалуйста, что сегодня будет вручен приз зрительских симпатий. Для этого вам нужно оценить выступление команд и отправить нам смс с номером понравившегося вам фейерверка. СМС с цифрой 1, 2, 3 или 4 отправляйте на номер 8-905-058-102,5. 8-905-058-102,5. Стоимость СМС согласно вашего тарифного плана. Итак, мы смотрим второй фейерверк. Если он понравится вам больше всего, отправляйте СМС с цифрой 2. Итак, участник номер 2 конкурса фейерверков в день города Иваново 2014. Компания «Фейерверк Мастер», пиротехническая группа «Дядя Гриша», город Смоленск.
Итак, впервые ивановцы увидели фейерверк пиротехнической группы «Дядя Гриша» из города Смоленск. Специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша».